Парни, привет! Небольшое видео по стартовому пакету Даником Mobile в Москве. В Москве открылись три точки по продажам стартовых пакетов Даником. Также можно там же написать заявление на перенос номера другого оператора в Даником. Какая-то еще третья операция, кажется, там доступна, уже не помню. Очень интересно, при том, что две точки обслуживания открылись относительно рядышком, хотя, конечно же, в масштабах Москвы сложно говорить, да, рядышком, но, тем не менее, две точки открылись недалеко относительно друг от друга, третья подальше. Ну, три точки на Москву, это, конечно, маловато, но, может быть, для оператора виртуального этого будет на первых порах достаточно, но очень тяжело. Даником очень долго шел в Москву с этими офисами. Это была целая эпопея. Но, тем не менее, есть уже и хорошо. Вот так вот выглядит стартовый пакет. Кто помнит, стартовый пакет того же Ростелекома выглядит маленько. Да, небольшая картонная такая, так сказать, коробочка. Не коробочка, конвертик. И там сама сим-карта. Здесь же стартовый пакет упакован вот в таком это все виде. Подключил тарифный план гелий. Видите, указано на наклейке посекундная тарификация. Там далее указан номер телефона и указано, что авант 100 рублей, но эти 100 рублей на счету. Вот. Кстати, да, на свой тариф отдельный стартовый пакет, так сказать, стартовый комплект. Вот такое сзади у нас оформление, где как бы указаны преимущества именно Даникома с едиными тарифами по всей России и так далее. Ну и важные комбинации для проверки баланса, узнать свой номер телефона, справочная служба. Внутри конверта у нас такой вкладыш, не тонкая бумага, так сказать, картоночка такая. Не очень толстый картон, но с этой стороны у нас вот такая надпись, да. И здесь у нас, как видите, тот же старый дизайн. Но не знаю, почему его называю старым, наверное, другого пока что дизайна нету, хотя в свое время в группе Даникома писали, спрашивали, будут ли сим-карты вот именно такого дизайна, такой цветовой палитры, так сказать. Вот, но сказали, потому что даже на сайте Даникома есть фотография, не знаю, реальная, нереальная, тем не менее, что именно сим-карта уже в цвет идет вот этой всей новой палитры Даникома. Потому что изначально сайт, помните, был вот такой цветовой палитре, как сим-холдер у нас и сим-карта. А потом они сайт свой перекрасили, дизайн поменяли, так сказать, ребрендинг сайта был. Ну и народ также думал, что сим-карты будут так же, как и оформление на сайте. Те сим-карты, которые привозят курьеры, так сказать, когда заказывали еще в интернете и их везли с другого региона России в Москву, то есть приходил здоровенный конверт от Даником Экспресс, и внутри просто была памятка абонента и была сим-карта. Вот. Также была просто сим-карта. Здесь же это, ну, уже более презентабельно. Стартовый пакет, сим-карта, и вот так это дело все выглядит. Уже более, так сказать, солидно. Ну, в общем, все, о тарифах говорить не будем, это с тарифами сами можете ознакомиться. Вот. Кому было интересно, отлично. Все, всем пока.